Сегодня утром в социальной сети ВКонтакте появилась видеозапись, на которой запечатлен момент дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы пишут, что авария произошла 12 июля на трассе Курган-Тюмень перед Исетским кольцом. Водитель Hyundai начал совершать обгон в запрещенном для этого маневра месте, а водитель ВАЗа-2110 в это время поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с идущим сзади автомобилем. От удара легковушка несколько раз перевернулась, однако через несколько секунд водитель вышел из автомобиля, судя по всему, оказать помощь другому пассажиру. К счастью, оба остались живы, отделались испугом и ссадинами.